Видев его на сцене, зрители не имели счастья 10 лет. В прошлом году мастер прервал передышку, как сам объяснил, потому что стал нужен эликсир жизни – театр. Театр имеет особую особенность. Сегодня, завтра и послезавтра никто не знает. Только сегодня. И в этом, наверное, сила театра. Театр времен Нерона и Сенеки жесток. На сцене город, им правит страх. В оформлении много красного, будто крови. Император немного похож на избалованного мальчишку. Немедля послать за тремя друзьями мудрейшего Сенеки. Прежде всего, сенатора Антония Флава. Сенатора Нерон превратил в коня, шлюху – непорочную деву, а римляне – убойные люди, полураздеты не столько физически, сколько морально. У них не осталось стыда. У меня умерла жена, Октавия. Когда человек лишает любви, самого детства даже, он должен идти на компромиссы какие-то, чтобы сохраниться, чтобы остаться в живых. Чтобы он, тем самым он понимает мир, то есть... Он хочет найти гармонию с миром, с окружающим, выжить. Вот поэтому, наверное, делал такие поступки. Взять сложную роль было также непросто, рассказал актер, но назвал ее подарком, потому что теперь на сцене может общаться и получать посылы от Армена Джигарханяна. Четверть века назад тогда артист театра Маяковского. Он сам был Нероном, но и став философом. И нашел ответ, как моралист мог воспитать убийцу. Нет ответа. Этого никто не знает. Потому что это мы всегда какие-то совершаем поступки, когда все кончилось, прошло. И тогда мы начинаем думать про это. А там другие, вот про это и написал Родзинский эту пьесу. Что, оказывается, там есть совсем другие законы действуют, которые мы с тобой не очень знаем. Стечение обстоятельств, как говорят. По-моему, это шлюха. У тебя плохо со зрением. Будем намекать. Пьесу Эдуарда Родзинского в театре решили сыграть как современный трагический фарс. Возможно, поэтому император несколько раз выражался на самом народном русском, то есть матом. Жестокий развратник в конце спектакля. Отчего-то его жаль. Сам маэстро был в Казани не раз. Свой театр привез впервые. 3 спектакля, 2 премьеры, ни одного свободного места в зале. Вечерний город приветствовал артистов стоя. Маргарита Петрова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань.